таком поле мы ночевали. Хорошее место, типа забор, поэтому туда особо никто не ходит. Вот. Это северо-восток, ой, фу, северо-запад Джакарты. Ну, что-то до миграционного офиса тут, хоть и трасса есть, добираться не очень удобно. Поэтому возвращаемся обратно, где есть автобусы. Открывается иммиграционный офис 8. Я выбрал тот, который прям в центре, прям рядом с ЖД вокзалом. Типа он просторный, большой. Удобно там пережидать все. Так что сейчас туда поедем. В общем, мы в иммиграционном центре. Вот такие вот красивые одетые. Так как якобы нужно в подобающем виде, колени закрыты, все по мусульманским, в общем, традиция. Это прям в центре, рядом с вокзалом. Сейчас посмотрим, что там за иммиграционный центр. Вроде просторный. Вот. Сейчас начнем процедуру оформления. Ну что, вроде мы все сделали на визу. Ну, потребовали у нас бронь отелей. О, красиво тут. Говорят, вы должны написать, где вы будете жить, где вы остановились в Джакарте. Ну, мы им забронировали отель такое, чисто который можно просто забронировать без всего. Вот. Они говорят, адрес не тот, типа не в той, не в том районе, не прикреплено, типа, к нашему офису. Ну, в смысле, должно быть рядом с офисом. Ну, мы нашли какой-то левый отель и его написали. Ну, что-то она спрашивала, вы там будете жить? Ну, да, будем жить, что. Ну, вот. Посылают делать. Сам в онлайне там у них форму распечатываешь, потом заполняешь, если все делаешь, потом сам. В общем, говорят, через 2 дня в среду приходите фоткаться. И оплатите, в общем, визу. А еще через день получите паспорт. Ну, вообще охренеть. На Бали там по 7, по 20 дней, вообще не знаю, по сколько там, по 2 недели. А у нас за 4 дня все там сделают. Ну, видимо, в Джакарте туристов меньше, поэтому нам проще. Сейчас мы решили хостел снять. Номер на троих на 3 дня стоит 2400. По 800 рублей. Вот. Сейчас идем туда в обход Агода. Не стали на Агоде бронировать. Идем сейчас прям туда и посмотрим. Ну, даже не хостел, это чисто номер. Ваю. Так. Что-то тут как-то узенько. Ну, красиво. В общем, бронировал я номер. Оказалось, что он не забронировался, оплатился. Вот. В общем, нормально получилось. 2400. Это было указано. Дверь открыта. Вот наш Apple. Резиденс Apple. Самый верхний этаж. Нет, пальцем открою. Так. Нравится мне зеленые кровати, прям кайфую. Вот такие вот мои мажоры.
800 рублей за 3 ночи с человека. То как? Ну что, посмотрим наш номер. Чик-чик. Такие вот зеленые кровати. Даже окно есть. Не то, что в соседнем номере. Как раз мы за все эти дни продлим визу и свалим с Джакарты. Навсегда. Это моя кровь. Это вам не Суматра. Все как надо в столице. Такие вот улочки соседствуют с крутыми торговыми центрами. Ну ничего, улочки меленько. Типа ухоженные. Как делают кокосовое молоко? А стружечку? Но стружка, мне кажется, невкусная будет. Выжатая. На зажарку и на сладкую. Вот так мы тут разложились конкретно. Все у нас валяется, огурцы тут в кровати. Мы, короче, осенила нас супер идея скачать какой-нибудь фильм и посмотреть на телевизоре. Надо это через флешку все делать. Пока не знаю. Первый картридер не увидел. Сейчас вот будем другую вставлять. Если заработает. Ох, мы тут 3 дня будем. О! Я! Твоя заработала. Крутяк. Дафтарфильм. В общем, чем отлично устроились. Опаньки. Рынок у нас тут недалеко дешевый. Еще надо для счастья.